Вечер лучших образцов классической и современной музыки подарил богучанцам выпускник детской школы искусств, студент Красноярского института искусств, лауреат международных и всероссийских конкурсов Севастьян Мартынюк. Аккомпанировала Севастьяну в этот вечер концертмейстер, педагог кафедры сольного пения и оперной подготовки Красноярского государственного института искусств Светлана Суворова. В декабре 2016 года Севастьян принимал участие в третьем международном рождественском фестивале вокалистов, который проходил в Белоруссии. Севастьян стал дипломантом этого фестиваля и получил приглашение для дальнейшего сотрудничества от агента из Нидерландов. А совсем недавно Севастьян Мартынюк вернулся с Дельфийских игр, которые проходили в Екатеринбурге. В соревнованиях молодых деятелей искусства он стал лучшим, за что и получил золотую медаль Дельфийских игр. На протяжении 4 лет Севастьян является певчим Свято-Успенского мужского монастыря. Именно поэтому он с удовольствием исполняет романсы, посвященные христианской тематике. В этот вечер было сказано много слов поздравлений и восхищений в адрес Севастьяна Мартынюка, прекрасного исполнителя и вокалиста. Знаете, Бог наградил этого человечка не только талантом, но наградил его еще и трудолюбием, и целеустремленностью. И вот он этими маленькими шажками идет к своей цели. Стоит иногда только ребенку дать подтолкнуть его. Как от него столько вот великолепия такое, он сам себя делает, он сам себе прокладывает вот этот светлый, творческий, наш сложный вокальный путь. В конце вечера Севастьян поблагодарил двух очень важных людей, которые повлияли на его творческую деятельность. Это директор школы искусств Любовь Кононенко и преподаватель по вокалу Светлана Сосновская. Подарить цветы живые. Чтобы пока они были живы, я тоже был жив. Музыка Вивальди, Моцарта, Чайковского – это музыка, как глоток свежего воздуха среди современных шлягеров и яркой пестроты телевизионных программ. Она придает силы, снимает тяжесть души, облагораживает и помогает жить. Спасибо, Севастьян, за этот праздник музыки, который тронул наши души. Людмила Кочнева, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Богучан».